Вы только оглянитесь вокруг, ведь все эти дома абсолютно одинаковые. Одинаковые навесы для машин, одинаковые беседки. Просто царство клонов какое-то. Наш дом последний в этом поселке. Вот он. Наша беседка квадратная, такая же, как все вокруг. Стилистическое у нас соблюдается решение полностью. Но мы рвем ее на треугольники, создаем пирамиду. А вот эта дорожка у нас будет соединять нашу беседку с домом и небольшая у нас площадочка для отдыха. Беседку наши дизайнеры решили расположить прямо напротив дома. Фундаментом беседки будут служить винтовые сваи. Для этого участка выбор оптимальный. Ведь раньше здесь было болото, поэтому грунт гуляет. Фундаменту на винтовых сваях подвижность почвы не страшна. Пока мы идем по классической схеме строительства. Нижняя обвязка и вертикальные стойки. Одинаковые дома, одинаковые навесы для машин и одинаковые беседки. Наши герои уже давно мечтали избавиться от этого однообразия и за свежими идеями обратились в нашу программу. Теперь на участке появилась необычная беседка-пирамида. Это создание дизайнера Елены Гагариной и архитектора Николая Юсова. Первым делом они хотели удивить формой постройки. В основании квадрат, а крыша из поликарбоната в форме пирамиды. Отверстие в крыше тоже архитектурная задумка. Через него происходит естественный полив огорода в центре беседки. От пирамиды к дому ведет дорожка, вдоль которой растет множество цветов. Стены беседки из горбыля отлично сочетаются с домом и другими постройками на участке. В пирамиде есть все, чтобы отдых на даче удался. Многофункциональный гриль, большой обеденный стол, который при желании превращается в игровой, удобные шезлонги, чтобы позагорать после сытного обеда. Наша задумка получилась на славу.